А скажите, пожалуйста, чем предпочитаете расплачиваться, банковской картой или наличными? Наличными. Карточкой. А почему? Ну, не надо кошелек таскать, маленькую карточку в кармашек и все. Не надо отсчитывать, сдачу получать, ждать. Автоматический расчет, очень даже хорошо, удобно. И тем удобно, лишь бы были деньги. Карточкой. А почему? Удобней. Ну, конечно, удобнее карточкой. Потому что наличка – это прошлый век. Удобнее. По-разному. А удобнее чем, как вы считаете? Ну, карточкой удобнее. Не знаю. А привыкли чем расплачиваться? Наличными. А карточкой как пользуетесь? Очень редко. Ну, когда как, ситуация разная бывает. А удобнее чем? И карточкой удобно тоже иногда, когда здесь немножечко не хватает, карточку достаем, расплачиваемся. Особенно в продуктовых магазинах очень хорошо. Карточкой. Карточкой. Удобнее? Ну, удобнее, конечно. Да. Конечно, намного. У меня банковской карты нет. У меня только наличные. А как считаете, удобно банковской карточкой пользоваться? Я не пользовалась, я не знаю. Я не могу вам сказать, сравнить не знаю как. А и так, и так. Мы можем, в принципе, когда карточка с собой, мы расплачиваемся карточкой, если она есть. Но да. Расплачиваемся по-разному, по-разному. Я так, без карточки. А пользуетесь вообще банком с карточкой? Нет. Я, во-первых, не умею. Ага. Валя, ты пользуешься? Нет. Наличными. А почему? Чтобы она была. А карточкой не пользуетесь? Ну, пользуемся, но наличными тоже надо не забывать, чтобы была наличная у нас, наличные деньги обязательно. Ну, когда как, карточкой, наличными, по-разному. А чем удобнее? Ну, удобнее, мне кажется, карточкой. Да, и по-разному, и так, и так. А удобнее чем, как считается? Ну, больше, наверное, карта сейчас пользуюсь. Ой, мы уж такие люди старые, наверное, наличными. А карточкой пользуетесь вообще? Нет, не пользуюсь. Нет, у меня даже ее нету.